Ань, с победой. Насколько сложным получился матч? Спасибо. Ну, я думаю, что вы все и вообще все видели и, наверное, даже ощутили, находясь здесь рядом с нами. Ну, матч сложный. Ну, мы и ожидали сложного матча. Вот, и настраивались на этого соперника. Плюс поле такое, плюс там погода, все равно смена погоды, смена климата. Плюс это второй матч. Это все в совокупности был очень сложный матч. Уже визитной карточкой ваши стали забитые голы в конце первого тайма. Как так получается? Слава богу, что они залетают все-таки. И что визитная карточка, не знаю, как это назвать, что они все-таки залетают, это самое главное. Хорошо бы, чтобы они в начале тайма залетали. Второй мяч на тебя записали, но там немножко было непонятно, то ли Нелли, то ли ты. Расскажи, как все получилось? Там еще солнце, вот. И так как мы с Нелли на мяч смотрели, вот, я еще помню, я крикнула, а Нелька говорит, я не поняла, кто это кричит я. Вот, но мы там вдвоем сначала, ну, в общем, вдвоем там, ну, сначала там Нелька, а потом я, ну, в общем, вместе занесли. Но я так, надо посмотреть, мне кажется, если бы я не трогала, и Нелька бы его, мне кажется, забила. Но я уже не могла остановиться. Забил ты сегодня еще один гол головой, твой фирменный? Ну, наш, наверное, фирменный. Вот, сначала я Машке на передаче, да, потом она мне. Ну, поздравляем тебя с тем, что ты стал лучшим игроком матча, с дублем. Дальше сейчас какие планы? Готовка? Дальше, да. Ну, мы возвращаемся, у нас еще игры чемпионата. Мы как бы не закончили чемпионат, мы хотим оставшиеся игры все выиграть. То есть у нас задача, цель. Поэтому мы не расслабляемся, работаем, готовимся дальше. Незадолго до вот этого сбора вы стали чемпионами России. Часто вспоминала на сборе об этом или вообще все мысли были только о сборной? Чемпионами, да, хорошо, здорово мы стали, но после крайней игры чемпионата тогда уже можно будет об этом вспоминать и думать. Вот. А так как, находясь на сборе, еще у нас по возвращению еще 4 матча, поэтому старалась об этом не думать, да и не до этого. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.